Администрация округа совместно с Мособлгаз продолжает работы по подключению домов к газу в рамках президентского проекта «Социальная газификация». Подать заявку может каждый житель. Необходимым условием для подключения является, первое, домовладение должно быть зарегистрировано, второе, домовладение должно находиться в границах населенного пункта, в котором проложены газовые сети, инженерные сети газоснабжения. Если данные условия соблюдены, то после подачи заявки на участие в программе договор будет подготовлен в течение 30 дней. Конечно, это все-таки большая подмога. Так очень многие у нас здесь печным пользуются обогревом. Это все очень неудобно, накладно. Я вот на электричестве тоже сидела, очень все это дорого. Так что, конечно, газ – это газ. И то, что он к нам пришел, я очень рада. Стать участником президентского проекта просто. Чат социальной газификации вы видите на экране. Горячая линия по вопросам социальной газификации 8 800 175 75. Виктория Мельник, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.